И к другим темам. Массовых жалоб на слабое отопление в Одессе нет. Нормативы подачи теплоносителя соблюдаются, заявили в эксклюзивном комментарии репортеру на предприятии теплоснабжения города Одессы. Специалисты говорят, что отмечают за температуру воды на котельных, а не за температуру батарей в домах. К тому же она зависит от погодных условий. Мы регулируем температуру подачи теплоносителя на бойлерные, элеваторные узлы, то есть на жилые дома. Если дом, например, оборудован теплосчетчиком, то необходимо увеличить расход тепла для того, чтобы подать большее количество тепла на дом. Если это, грубо говоря, какая-то проблема внутридомовой системе, надо смотреть, что происходит внутридомовой системе. Температурный график предполагает подачу тепла от 60 до 90 градусов. Температура самого теплоносителя. То есть в зависимости от температуры наружного воздуха идет теплоноситель. Проблемы со слабым отоплением решаются сугубо индивидуально в каждом конкретном доме, уверяет директор КП. Жильцы домов, где установлен теплосчетчик, экономят на оплате практически в 2-3 раза. Вот только оплата его установки ложится на плечи самих жителей. Город пока не финансирует соответствующие статьи. Все, кто недоволен качеством услуг, может обратиться прямо на предприятие.